снимают прямую трансляцию в Перископе. Нахуя ты? Сколько у нас? Бля, ты шкуеванутый. Нет, только кто нас будет смотреть в 8 утра, я не знаю. Привет. Какие-то долбоебы с Америки. Еще моя мама. Скажите привет всем. Еще моя мама. Привет нам. У вас как кушать? О, прикинь, кто-то пришел, я маме привет, Кристина, блядь. Ну прима! Да ну, блядь, это крест, прикинь! Здорово, блядь! Охуеть! Знаешь, что у нас здесь есть? У нас холодец есть, блядь! Виски, блядь! Еще, блядь, кушаем. А еще мы смотрим... Что ты делаешь? Покажи вино! Покажи вино! Оно в этой бутылке, в этой бутылке. Карина, тебе на стол наблевать, чтобы показать вино. Не надо. Год, пошли курить. Там было вино, которому 25 лет. И тройка. Ты говорил ему 100 лет. Ну больше 100 лет там. 25 больше 100 лет. А ты что 100 лет это пизда, это все. Больше нет за 100 лет. А, ты скажи, что ничего ты такой грустный. Ну, блядь, хорошо, что лес его никто не трогал. Давайте пить, мне стол надо убирать. Она смотрит? Кристина? Да, смотрит. Кристина, ты охуела, блядь. Интересно, почему? Ну, короче... Именно да. Поэтому! Я еще не разжевался. Вот первый вопрос, мистер Папа. Кто был первым президентом Соединенных Штатов? Вот так вот и живем. Да, долбоеб какой-то был. И неправильно не сказать нельзя. Ну, по-другому, вам блядь, смотри, что я выпить. О, мандарин, положи его к фруктам, а то у нас, бля, яйца, а то у нас хуй только, у нас хуй. Да, думай. У нас хуй. Раз, ребят, два, вы что делаете? У нас 5 хуев тут не хотело, да? 6. Погнали, покурим. У тебя тоже хуи? Там хуй. 6. Там хуй. Черный, нигерский, только, правда, маленький. Бля, хуёво. Будешь курить, Каролина? Будешь курить. Шиншилла ебучая, иди нахуй, блядь. На тюрьме подходи. Расскажи историю про шиншиллу. Я, короче, такой, ну, стоял вот. Дай тут вот. Дай мне. Стоял я тут, значит, такой ровно, да? Так. Ты сними, где я стоял. А, блядь, в жопу. В какую жопу, в ляжку попал? Эй, ты? Дай мне. Бля, я короче, так, стоял такой, да. Как он снимает, Каролина, какой-то долбоёб уйдет куда-то, блядь. Какой-то долбоёб уйдет куда-то. На выходных, блядь, прикинь. Нет, что так, пухаешь. Выключим. Ебани на площадку, ебану. Вы, блядь, больны. Ебани никому не уйди в голову. Пиздец. Да, бля, все, свали. Да я хотел ебануть кого-нибудь. Да. А, все. Нас смотрит 12 человек. Да ну нахуй, 8 утра, бля. Эдик, иди. Да, бля. Да. Самый главный разорал. Эдик, пойдем бухать. Да пойдем по-любому, блядь. Оставь покурить. Уже 13 человек. Да, 8 утра, нахуй. У нас Бизонов в 4 утра, бля, 20. Люди, вы ебануты, нахуй вы с утра смотрите, пизда. Пошли нахуй спать. А кто? Пиздуйте спать, долбоёбы, блядь. А вот это мне все мыть. Ой, я нашел второе пищу. Положи на место апельсин. Начни, блядь. Жонглирует, блядь. Игрушка. Давай, пиздец, ну аккуратно, я там не стала! Эдик, сука, блядь, вообще, сука. На, нахуй. Еще раз подметешь, Каролина, не проблема. Пиздец, бля, не разъебись. Да, бля, выкиньте вы их через окно, нахуй. А нахуй тебе шиншилла? Может, я пиздец, я послушай. Слушай. Смотри, я перепела и пиздец. Снимай. Что вы делаете? Что вы смотрите? О, там солнце, рассвет, короче. Полейте, бля. Что ты делаешь? В окно хуя. Этот Эдик, короче, апельсин со шкуркой жрёт. С какой шкурой? Со шкуратовой, блядь, что ли? Отойдите нахуй. И чё прилетело? Пиздец, чё они творят вообще? Просто. Арти! Собака, не прыгай. Бля, ну аккуратно, ну пепел, ведь. Офигеть, Арти, оставишь покурить? Блядь!
Можно положить обратно, потому что это все пусто. Да, ставь покурить. Хуя себе, вы курите. Артур, подойди, а то мне скучно. Ты что пиздишь какую-то хуйню, блядь, я не понимаю. А что за хуйня вообще, это что? Это зефир. А ну, блядь. Ебануться, зефир такой хуйня. А, еба, а что такое? Я говорила, почините мне. Пиздец. А что они творят? А что вы делаете? Ребята, расскажите. Семечки мы жрём, прикинь. Каким яйцом? Успокойтесь. Да все, выходите из окна! Смотри на эту, блядь, сука. Нате, поснимай кто-нибудь, поснимай. Не, я не имею вообще. Да я поснимаю. Ага. Ну я нормально снимаю. Каролина! Да какие яйца беру? Какие? Кто яйца? Нет, дай сюда, я кто снимать яйца? Буду. Кто яйца брал? Смотрите, вписка, блядь, с утра нахуй, похуй. Бля, не урони мой телефон. Смотри, 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 трюк, вон. Вот Эдик тут где-то, короче. На нахуй, блядь! О, ты ебанутый вообще, блядь! Ебанутый, больше вообще не знаю. На нахуй! Че, попали? На капот! В натуре вон на капот попали! Бля, все съебись! Да. Смотрите, блядь, не смотрите. Блядь, это пес! Это пес съебывает. Бля, все, успокойся, вон, а где мухают? Какая суббота, воскресенье не хотела? Завтра в школу! Пизда, завтра в школу, прикинь? Я в печали. Так это, о, Алена идет. Какая? Смотри, как она идет. Какая Алена, нахуй? Смотрите, она идет! Это Аня, Зайцева! Аня Зайцева! Аня! Аня Зайцева! Аня, ты где была, сука? Она вообще в говно. Просто в говнище! Просто готова. Пускай она подходит, ей пиздец. Только не кричите про яйцо, не говорите про яйцо. Че, ей кидать яйцом? Перескопим, чуваки. Итак, 8 утра. Давай, кидай. Ой, это Зайцева, короче, пизду бухая, идет к нам. Пиздец, там, короче, старшая по дому идет. Пизда нам, да? Давай в нее хуйнем. Где старшая? А, ебать, я не буду. Аня, все, Аня уже вошла в подъезд. Давай старшую. Давай. Нокдаун, нахуй, ебать. А что, я его буду хранить. А с той стороны? Чуть не закрывайте, да? Бывает. Пока вы не идете, потом, блядь. Бля. Встречаем Аню Зайцеву. Куда вы идете? На мои ебано ебалось яйцо. Ага, а потом я убирать буду. Зайцева, что с тобой? Ты где вообще? Пизда, просто в жопу бухая. Пизда, нихуя себе у меня, блядь, в гардеробе курток нахуй. Просто. Зайцева, что с тобой? Я сейчас поднимусь. Тихо. Аня, идите сюда. Идите лучше, смотрите, как она идет, охуеть. Идите, смотрите, как она идет. Пиздец, она на концах нахуй приползла. Смотрите на это, вы на это посмотрите. Смотри на это. Аня, я живи. Стану. Приползла, сука. Аня, живи, бля, просто. Аня, вставай, бля. Аня, ты сможешь. О, бля. Тихо! Аня, сила, блядь! А где я, ёбаный брось? Ты чё, не узнаёшь? Где ты? Палит дом, блядь. Палит дом, я не мог. Она текло, блядь, видел. Аня, блядь, живи. Куда вы яйцо попали? Я, блядь, яйца у них поставила варить, сука, я забыла. Походу, они... Яйц проебали. Да ну, всё, блядь, кто? Где же? А я такая же была на Новый год? Примерно. Блядь, ты вчера такая была под столом. Арбут сказал, что я такая же на Новый год была. Да, вообще-то да. Ну, я некоторое время до Нового года. Печенька, блядь. Печенька. Песня, смотри, всего лишь два человека. Ну, ладно, похуй, пускай смотрит. Блядь, где мои вторые носки?
блядь. Да, короче, все, надо закругляться.